Научно-технический центр МИГ-Информ с 1996 года на рынке информационных технологий. В рамках концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года представляет программное обеспечение «Парус-бюджет-8», модуль управления лечебно-профилактическим учреждением для комплексной автоматизации учреждений здравоохранения Российской Федерации. Модуль разработан сотрудниками ЗАО НТЦ МИГ-Информ в партнерстве с корпорацией «Парус». Модуль управления лечебно-профилактическим учреждением предназначен для автоматизации основной деятельности лечебно-профилактических учреждений, позволяет решать следующие задачи. Введение электронного расписания и записи пациентов на прием, в том числе через сайт учреждения и информационные терминалы, установленные в учреждении. Введение электронной картотеки пациентов, учет и формирование договоров на платное медицинское обслуживание. Введение электронной медицинской карты пациента в процессах оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Формирование планов обследования и лечения пациента в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. Введение персонифицированного учета расходования медикаментов и расходных материалов. Интеграцию с лабораторно-диагностическими системами и хранение всех результатов обследования в электронной медицинской карте. Прямой обмен данными с лабораторно-диагностическим оборудованием по стандарту DICOM. Сбор и формирование медико-экономической статистической отчетности. Многокритериальный анализ и визуализация показателей деятельности учреждения. Автоматизированное рабочее место руководителя. Введение периодических профессиональных медицинских осмотров. Автоматизация службы скорой помощи. Модуль интегрирован с региональными и федеральными компонентами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, такими как Единый реестр застрахованных, Фонд обязательного медицинского страхования, другими федеральными и региональными компонентами. Функционирует в единой системе автоматизации «Парус-бюджет-8», состоящей из следующих блоков. Финансово-экономическая деятельность. В составе бухгалтерского учета, расчета заработной платы, учета затрат, расчета стоимости и себестоимости оказываемых услуг, управления финансами, отчетности в органы государственной власти, кадровый учет и управление персоналом, документооборот, хозяйственная деятельность, в том числе медицинское снабжение, аптека, учет закупок, складирование, перемещение и расходование материальных средств, препаратов, оборудования, учет продуктов питания, управление имуществом, управление техническим обслуживанием оборудования и ремонтами, входит в управление имуществом, управление автотранспортом. Весь комплекс реализован на системе управления базами данных Oracle и рассчитан на неограниченное число пользователей. Уникальным достоинством программного комплекса «Парус Бюджет 8» модуль управления ЛПУ является интеграция учетных данных по медицинской деятельности учреждения в единую информационную среду финансово-экономических учетных показателей организации. Клиентами ЗАО НТЦ МИГ-Информ являются учреждения здравоохранения, такие как Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова, Российская медицинская академия последипломного образования, 85-я клиническая больница Федерального медико-биологического агентства, Центральная клиническая больница номер 2 имени Николая Александровича Семашко, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Центральная клиническая больница номер 6 Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,